Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня, пожалуйста, очень простая тема видеоурока. Будьте внимательны. Точка В24 Ци Хайшу имеет власть, либо имеет контроль, вот, контролировать заднюю часть колена, голени и стопы. Пожалуйста, вот эту вот часть меридиана мочевого пузыря контролирует точка В24 Ци Хайшу. То есть, когда у человека боль, травма, ушибы, ранения, увечья, судороги, слабость, дискомфорт и всеразличные, скажем так, болезненные состояния вот этих вот, вот этой вот области мы сразу покажем. Вы можете использовать точку В24 Сихайшу. Данная точка расслабляется. Но вы не имеете права ее очень долго либо часто расслаблять. Помните, 2-3 раза расслабив данную точку, раз в 3 дня, вот один понедельник вы сделали, понедельник, вторник, среда. В четверг вы имеете право сделать. Четверг, пятница, суббота. В воскресенье вы имеете право сделать. Вы обязательно должны протонизировать после того, как расслабите точечку. После того, как вы расслабите точку В24, хорошо, вот эту вот область, которая болезненна у вас. 2-3 раза мы сказали. Повторяюсь, я извиняюсь. Обязательно потом простимулируйте спичкой точку В67GE. Чтобы что, погнать новенькую энергетику по данному меридиану. Вот и все элементарно, очень просто. Спасибо за внимание.